Ваш звонок переадресован на автоответчик. Промах. Недоступен. Эй, Бенджи, я только что прибыл в аэропорт. Надеюсь, ты уже уехал. Вот, ты успел. Дела, кузен. Я достал отличный товар из Вамиленда. Стой, ты же не везешь траву в Польшу? О, да. Бенджи, им плевать на это. Мы им очень даже не плевать на это. О, да-да-да. Мы курим на задних сиденьях машин. Мы с Даберсом кузины. Раньше мы были неразлучны. Наша бабушка отсюда. Дэйв устроил нам этот тур для пожилых поляков. Мы и живем. Мне это было очень нужно, чувак. Знаю, тебе тяжело оставить сына. Так мы справляемся. У меня сейчас ничего не происходит. Знаю, тебе было нелегко в последнее время. Еще хочу сказать, ты не очень-то общительный. Я нет? Нет. Выглядит реалистично, но они вдвое больше тебя и из металла, так что... Точно не хочешь подняться сюда? Где? Меня. Понимаю. Осторожно. Спасибо, Дэвид. Поразительно, что ты здесь так смело выставляешь себя на показ ради меня. Спасибо, дружище. Разобьем косяк. Преждаю. Это будет тур о боли. Наша бабушка и Бенджи были очень близки. Она была самой крутой. Я в депрессии с тех пор, как она умерла. Просто не могу... Ты оглядываешься на ужасы своей семейной истории. Мы полностью отгородились от чужой боли. Зачем ты это делаешь? Эх, раньше ты все так остро чувствовал. Конечно, на пути есть триггеры. Мы не на той станции, и ты меня не разбудил. Так сладко спал, чувак. Боже, потрясите меня посильнее, одаренные вы люди. Знаю, хватит сердца тебя разбудить. Он всегда был таким? Я его люблю и ненавижу. Заткнись, летающий Иисус. И я хочу быть им. Ты раньше плакал из-за всего. Да это было ужасно. Кто хочет плакать из-за всего? Мы на экскурсии по Холокосту. Если не сейчас горевать, то когда? Ты был...